любите Макдональдс, давайте сделаем крутой блокнот с картошкой фри. Подготовим картон и подходящий по размеру шаблон. Обводим, чтобы вырезать две одинаковые обложки. Используем деревянную доску и канцелярский нож. Вырезанные заготовки нужно обклеить красным фетром. Намечаем линию разреза. Понадобится дырокол для идеальных дырочек. А чтобы отверстия совпадали на другой обложке, делаем отметки. Обрезаем лишний фетр, чтобы аккуратно заклеить уголки. Для надежности используем универсальный клей. Готово! Намечаем заранее сделанные отверстия, они легко прощупываются через ткань. И дублируем их. Если ваш дырокол может проколоть и ткань, и картон одновременно, упрощайте задачу. Желтой плотной бумагой обклеим обложки изнутри. Не забываем про отверстия. Приклеиваем бумагу с помощью клеевого пистолета. Сделаем коробочку для картошки. Наметим нужный размер и перенесем его на плотную бумагу. Чертим места изгибов. Вырезаем. Добавляем еще одну линию сгиба, чтобы было удобно приклеить коробку к обложке. Складываем по намеченным линиям. Теперь обклеим наш шаблон фетром. Склеиваем дно, чтобы коробочка держала форму. Крепим ее к лицевой обложке. И следим за тем, чтобы не закрыть отверстие. Давайте сделаем картошку. Используем клеевой пистолет и фетр нужного цвета. Наносим клей. И заворачиваем ткань. Сделаем верхнюю часть картошки, наносим клей на трубочку и закроем небольшим отрезком. Лишний фетр обрезаем. Как настоящее. Вставляем в коробочку. Приклеиваем логотип. Подготовим листики для блокнота. Скрепляем блокнот соединительными кольцами. Отлично! Теперь любимая картошечка будет всегда под рукой. Сегодня мы сделаем очень милый объемный блокнот для любителей сладких пончиков. Основа будет из плотного картона. Возьмем колпачок. И обведем его карандашом. Теперь определим размер будущего пончика. Причертим по бокам две линии. Так будет легче дорисовать ушки. Немного подкорректируем форму, чтобы наш пончик напоминал мордочку котика. Можно вырезать. Серединку уберем с помощью канцелярского ножа. Приготовим фетр и наполнитель. Прикладываем основу и вырезаем серединку. Добавляем объем и натягиваем ткань. Переворачиваем и продеваем нитку с иголкой. Стягиваем резинку вместе с иглой. Поправляем форму пончика. Прошиваем складки. Отлично! Можно снимать резинку и срезать лишние. С помощью той же нитки с иголкой сделаем красивое отверстие. Обложка нашего блокнота готова. Из белого фетра сделаем сладкую глазурь. Посмотрим, что получилось. Вырезаем серединку. Выглядит аппетитно. Можно фиксировать.
Бусины, стразы и бисер мы выбрали в качестве посыпки нашего лакомства. Фиксируем их термоклеем. Внутренняя сторона обложки будет ярко-малинового цвета. Она закроет шитье. Не забудьте про отверстие пончика. Вторая половинка блокнота будет такая же, только без глазури. Страницы сделаем разноцветными. Для удобства используйте картон, из которого вырезали пончик. Так страницы будут точно такие же по форме, как и обложка. Вырезаем канцелярским ножом. Есть! Собираем блокнот. Шилом продеваем отверстие. Вставляем соединительное кольцо. Для страниц нам понадобится дырокол. Теперь они на своем месте, и кольцо можно закрывать. Здорово! Наш пончик очень удобно листать. Последнюю важную деталь сделаем из картона. Это милый бантик Китти. Немного поролона, фетра и термоклея. Аккуратно заворачиваем каждую деталь. Скрепляем все вместе. Выбираем место и фиксируем бантик. Наш яркий, объемный блокнот-пончик Hello Kitty готов? Так и хочется записать в него пару вкусных рецептов. Наш сегодняшний стильный блокнот придется по душе любителям ароматного кофе Starbucks. Возьмем большой пластиковый стакан с крышкой. С помощью малярной ленты и ручки разделим его пополам. Снимаем ленту и можем аккуратно разрезать. Из фетра и картона прямоугольной формы сделаем обложку для будущего блокнота. Фиксируем термопистолетом, аккуратно заворачивая края. Наши детали готовы. Дыроколом сделаем отверстие на лицевой стороне. Отмечаем карандашом, чтобы получить такие же и на второй части обложки. Закрываем белым фетром половинку стакана. Наносим клей небольшими участками. Аккуратно разглаживаем. Натягиваем ткань, заворачивая края внутрь. Отлично! Стакан получился нужного размера. Можно фиксировать его на обложке. Аппетитный кремовый верх кофейного напитка сделаем с помощью термоклея. Слой за слоем наносим его пистолетом на фетровую основу. Немного выгибаем, чтобы деталь получилась объемной. Даем каждому слою высохнуть. Не забываем про отверстие для трубочки. С помощью клея выравниваем края. Готовую деталь окрашиваем белой краской из баллончика. Размер подходит, можно фиксировать. Закрываем половинкой крышки.
осталось приклеить на стакан узнаваемый логотип. Акриловой краской и деревянной палочкой сделаем шоколадный сироп. Выглядит очень аппетитно. Начинаем собирать блокнот. Нам нужны такие же отверстия, как и на обложке. Закрываем внутреннюю часть картоном. Мы подготовили страницы нужного размера. Осталось только сделать в них отверстия. Скрепляем блокнот соединительными кольцами. Попробуем открыть. Удобно. Вставляем карандаш в отверстие для трубочки. И наш яркий объемный блокнот Starbucks готов. Супер! Отличный подарок для кофемана. Приступим к мягким блокнотам в форме конфет M&M's. Начнем с обложки. Для этого нужен плотный картон. Прикладываем что-то круглое и обводим. Картонная основа блокнота готова. Кладем наполнитель холофайбер на фетр. Не забудьте, что у нас должны получиться две одинаковые детали. Прижимаем наполнитель картоном. Собираем фетр в пучок, натягиваем как можно плотнее. Фиксируем резинкой. Прошиваем фетр. Самое время срезать ненужный хвостик. Основа обложки готова. У нас будут цветные страницы. Сделать их нетрудно. Нужно вновь приложить скотч и обвести. Повторяем действие несколько раз и вырезаем. Вот такие яркие у нас получились странички. Не забываем, что конфета внутри с шоколадом. Нам еще понадобится коричневый фетр, чтобы закрыть картон на обложке. Воспользуемся дыроколом, чтобы потом соединить страницы. В фетре также сделаем отверстие. Подправим ножницами. Самое время закрепить шоколадную прослойку. Термопистолет отлично для этого подойдет. Оставляем не проклеенным только край с отверстием. Вот так симпатично выглядит наша обложка. Теперь собираем мягкий блокнот с помощью железного кольца. Осталось теперь добавить красному персонажу M&M's узнаваемых черт. Чтобы было аккуратнее, воспользуемся шаблоном из бумаги. Букву М мы также сделаем из фетра. Теперь вырезаем глазки из белого, черного и красного фетра. Фиксируем брови, рот и логотип. Сделаем для нашего красного персонажа желтого друга. Собирать второй блокнот будем так же. Только шаблон нужно сделать другой формы. Последний штрих. И сладкая компания блокнотов M&M's в сборе. Добряк желтый и ценник красный готовы беречь любые ваши записи. Для блокнота сделаем два одинаковых картонных круга. В качестве шаблона можно использовать любой предмет подходящего диаметра. Кладем холофайбер в центр квадратного отрезка фетра. Прижимаем сверху картонным кругом и оборачиваем тканью. Надеваем резинку. Отрезаем лишнее. Прошиваем, чтобы зафиксировать ткань. Снимаем резинку. Срезаем лишний фетр. Верхняя булочка готова. Аналогично делаем нижнюю, только возьмем немного меньше наполнителя. Таким образом, булочка получилась тоньше. Подрумяним бургер с помощью оранжевой краски, растворенной в воде и спрея. Распыляем краску на булочки.
Кунжутные семена мы сделаем из маленьких отрезков белого фетра. Приклеиваем их термопистолетом. На листе ярко-зеленой бумаги наметим диаметр бургера. Произвольно вырезая контур, сделаем лист салата. Приклеиваем лист к булочке. Из квадратного желтого отрезка фетра по размеру бургера сделаем ломтик сыра с дырочками. Приклеиваем на салатный лист. Для нижней булочки также сделаем лист салата. Сделаем разноцветные страницы блокнота. Красные, коричневые, белые и зеленые. На сложенном пополам листе цветной бумаги обводим шаблон и вырезаем. Складываем все цвета таким образом, чтобы коричневый был посередине, имитируя котлету. Далее с двух сторон майонез, зеленые огурцы и красные помидоры. Дыроколом пробиваем отверстие. Скрепляем страницы кольцом. Верхний лист приклеиваем к булочке. Аналогично приклеиваем нижнюю часть бургера. Выглядит здорово и очень аппетитно! Если вам понравилось видео, подписывайтесь на наш канал, и мы будем радовать вас яркими идеями и оригинальными мастер-классами.